Обильные осадки в виде снега в праздничные мартовские дни стали причиной ограничения доступа к дорожному полотну этих населенных пунктов. Жителям пришлось передвигаться по полевой дороге. Плюсовая температура и дождь сделали свое дело. Дорога превратилась в болото. Между Новоникольским и Сандыктау 18 километров. Из них 5-6 километров были заняты снегом толщиной в 2 метра. В настоящее время на участке работает техника, однако работы продвигаются медленно. День очищается только 600-700 метров. С другой стороны участка, навстречу нам идут тоже дальше штрафорудерные дрожжи, так же лучше металлу, фронтальный полгрузчик и К-700, другого по кафе Новоникольска. Остался участок прочистить порядка 900 метров. Надеемся, что до завтрашнего утра мы этот участок добьем, проезд откроем.